Здравствуйте, друзья! Костка Санта-Крус. Сегодня пятница, и мы со Светланой отправляемся закупиться на неделю провиантом. А что ты на очки смотришь? Потому что мне нужны очки для Дали. Я уже плохо вижу. Так. Мне нужны очки. Ну, давай Дали. Мы сейчас пока за продуктами пойдем. Подожди, продукты. Так. Посмотрю. Ладно. Раз Света стоит здесь, я тогда с вами пойду вот сюда. Рад уж смотреть очки, да? Вот, значит, вот очки, пожалуйста. Почем? Тут на них написано, видите, там $60, $130, $180. Ну, сказать, что они какие-то прикольные, не могу. Вот такие. Я вот люблю, чтобы не было верхней перемычки, вот чтобы было с одной. Так. А что у меня очки-то? Я хороший. Я и без очков хороший. Такие ничего, да, такие ничего. Титан. $65. Неплохо. Вот это я вполне. Ну давайте я сейчас. Друзья, только для вас, только на нашем канале. Света. Посмотри, да. Только на нашем канале блогер в очочках. За $65. Недорого. Здесь вообще в Костко все недорого. Что еще? Есть что-нибудь такое, чтобы хотелось так на себя напялить? Даже не знаю. Ну, у меня Светлана все знает. Так. Странный вид, да? Вид? Ну, Света, так ты же и есть доктор наук. Ты же не просто так пастушка какая-нибудь. Нет, ну, тебе положено выглядеть. Конечно, нет красивых обратно. Необычно. Нет. Красивых, да. Красивые только мы. Это ставлю. Так. Нет, жуть. Тут не просто красивых нет, тут просто жуть есть. Такие прям страшные, знаешь, как будто они. Это кто ж такое будет носить, я не знаю. Ну-ка давай, Света. Интеллигентно. Да, да, Света, это твое. Нет, они очень низкие висят. Тогда не бери, тогда не бери. Prescription sunwear. Представляете, да? Это темные очки, которые по рецепту. Так. Действительно, друзья, мы никогда не смотрели темных очков. А это что? А это без рецепта. И тоже не то, чтобы сильно хотелось вот такое взять. Даже, я не знаю. Ценник вы видите, это 30, 75, 80. Я вот смотрю, что бы такое было, чтобы я вот на себя хотел напялить. Ничего нет. Ну, разве что вот такое что-то. Что-то такие дорогие, что их тут на цепочку вешают. Нет, друзья, с цепочкой тем более. Ну и без цепочки не хочу. Нет, не хочу. Все, идем. Мамик. Нет? У тебя такой вид, знаешь. Какой? Какой-то раскосый. Да? Как-то кошачье что-то в тебе появилось. Ну, это просто такая форма очков. Да. Вот, друзья, что-то такое нашлось, Светочка, ну посмотри так, интеллигентно, с умным видом, все. Где же взять его? Да, да, ну как взять, надо в себе воспитывать. А вот, друзья, вы видите, сколько тут их? Три штуки. Раньше было 6 за эти же деньги. Да, три штуки. Вот, это они еще сегодня нашли. Ну, правда, да, да, так они были бы $20, ну не важно. Вот три пары очочков для чтения. И вот прям смотрите. 1,25, 1,5, 1,75, 2,0. И там уже, не вот знаю, так, вот они вот так увеличены. 3,0 есть, да. Вот они разного. Ну, на самом деле, они разных стилей. То есть, вот эти, например, да, более цветом, такие современные. А вот эти такие, даже не знаю, ну, разные. Я бы вот такие взяла. А ты знаешь, сколько ты взяла бы, например, вот да, эти? Да, 1,75, потому что два немножко немного. Да, а у меня даже, я не знаю. Но у меня есть какие-то, я у Света обычно подгребаю. Ну, давай тогда такие возьмем. Да, конечно. Когда стрим вот сегодня вел, тоже в таких был. Да, вот это симпатично, я не знаю, это металлические. Ну, вот я хочу, чтобы были вот такие. Ты вот, знаешь, да, что, давай мне возьмем отдельно, чтобы выглядеть прилично. Когда я в твоих очках сижу, возьми, люди вот, думают, вот что мужские, я да, вот заболел чем-то. Только эти 2,50 много. 2,50 много. Тебе уже синяя упаковка тебе нужна. Да. А, нет, не синяя. Наоборот. Тебе нужен Foster Grand, а не все Foster Grand. Ребята, я хочу сказать, что неужели к Хэллоуину, а? Такие, понимаешь,
симпатяшка. Типа. Ой, типа. Так. Такое страшное. Да, блин. Да. Ну что, $250 за ведьму-то. За ведьму. Ну, бывает хуже. Вот, пожалуйста, тут веночки. Она еще реагирует на движение. Она, видимо, реагирует, да, когда мы мимо проходим, она так соображает. Какие-то бантики. Так. Ага. Хэллоуинская деревня. Дисней. Пожалуйста. Видите, тут целый мир. А сзади? Нет, только пока еще мало хэллоуинского. Смарт-вотч, друзья. Киди-зум для детишек. Да, честно говоря, никогда не видел, чтобы у детей были такие часы. Надо будет поинтересоваться у внучек моих. А это диджей-миксер, друзья. Кстати, диджей-миксер для деток. Ну ладно, вырастут большими. Ой, ё-моё. А этот стреляет. Смотри, так он стреляет. А, хорошо, что я уже взрослый. То был бы маленький, я бы без такой не ушел. А почем вещь? Тридцатка. Друзья, за тридцатку вы берете такую вещь. Можете подарить ребенку. Желательно мальчику. Хотя, ну, при всей относительности, так сказать, мальчиковости в современном мире. Да. Ой, господи, дожили. Так, ой, эти тоже хорошие. Эти тоже сладкие, какие девчонки. По $17, друзья. От 3 лет. Disney Princess. Toddler Tea Party Doll. О, ты, ё-моё. Ну. Конечно, тут и из мальчика захочешь стать девочкой, когда такие куклы красивые. Да. А это чего? Jewelry Design Kit Set. Супер сет. Это можете свои там бусики делать, браслетики. Это хорошо. Так, а это что, мать честная? Какие-то деревяшки какие-то. Я даже не понял, что это. Мини-пазл. А, это пазлс. 4 набора с пазлами, я понял. Хорошо. Ну ладно тогда. С пазлами мы разобрались. Такие хорошие бульдозерчики. $27. 28. Так. Все, друзья. От детской темы переходим к взрослой жизни. Надо найти Светлану. Бизон, друзья, бизонище. Так, раскрученный $20 за 2,5 фунта. 2,5 фунта. А бизон очень вкусный. Это бизон, да. Замечательный. А вот там, друзья, неизвестный природе зверь. Разбив написано. Да. Зверь. И написано вагуй. В общем, вот это слово, друзья. Вот это слово. Бегите срочно гуглить на этого вагуя. Вот, пожалуйста. Тут пожирнее это будет. 25% жир. А бизон? А бизон жира только 10%. Ну, хорошо, это же. Да. Вы увидите у Светланы на телефоне наш рацион. Да, Света? И вот мы под этот рацион покупаем. Раньше мы шли и думали, а не взять ли нам вот этого? Света, а не взять ли нам курочки? Ну, мы сварим курочки. Сварим. Так. Не взять. А вот масло. Я хочу взять Irish. Это ирландское масло, друзья. Вот такими шматками. Представляете? Ну, там на самом деле мелкие внутри. Я хочу соленое взять. Так. Ирландское. Они тут какие-то разные. Нет, вот это не соленое, а вот это соленое. Ага, соленое. Вот это не соленое, это соленое. Значит, золотистая упаковка, да. Это соленое. А зеленое, вот это написано unsalted, а тут salted. Видите, с солью соленое и не соленое. Кашу гораздо вкуснее соленое. Кашу
Вообще и на бутерброд неплохо. Вообще маслица соленая. Когда начинаешь понимать, что к чему, друзья, очень даже неплохо идет. Очень даже. Прошли мимо мяса, в смысле, мимо курицы, гриль, потому что решили, что Томик нет, перебьется, мы, да? Нет, почему перебьется? Мы ему органических ножек сварим. Ага. Что то есть Томик не оголодает. Да ну ты что, разве можно его оголодать? Он тебя все кишки вымет. Да, он требовательный, он требовательный. Только что мы новую софу в дом, он да, уже вытер морду. Он уже на ней там и прыг, и скок, и морду вытирал. В общем, так решительно показывал признаки, демонстрировал хозяйского отношения к софе. Тут какие-то напитки выдают. Камбуча. Камбуча — это там грибок какой-то чайный. Типа. Типа. Не будем. А что мы туда идем? Что там? Мы сейчас триты купим. У нас уже все собаку, нечем триты. Триты, друзья, это для собаки. Как по-русски есть какое слово? Не знаю даже. Ну, вкусняшки такие. Вкусняшки. Да, собачьи так. Вкусняшки. И для тренировки, и для поощрения, так в целом, в общем. А мы только утку покупаем, мы ничего другого не да, покупаем. У нас есть определенный экипаж. Он любит вот это, там какая-то утка, сушеная она или какая-то. Полукопченые, не знаю. Ну, вот тут есть chicken and apple, но, по-моему, там очень много сахара. Chicken, apple, я не знаю. В общем, разные есть, да. Большой выбор. Надо сказать, что животные, они, в общем-то, любят разнообразие тоже. Вполне так вот. О, сухарики, смотри. А это такие жевалки. Ну, честно сказать, у нас в доме они не идут. То есть было время. Ой, ой, ты какие. Крепкие могут быть. Дело в том, что собака, она так, знаете, грызучие они такие. Прям смотришь, и не осталось ничего. Но это такое впечатление, что очень твердое, я не знаю. Очень твердое. Из чего сделано, только не знаю. Так чисто внешне, это как пластмасса. Вот, а там уже я не знаю. Чикен филе, понимаете? Куриное филе. А? Да, я думаю, он бы тоже не отказался. Томик-то. Да, и протеин, вегетабл, глицерин и соль. Да. Нет. Вот эти, друзья, мы сахара берем. Так они, знаешь, что это? Они еще и из Германии. В Германии сделаны. Почему? Оба возьмем? Пожалуйста. Немецкая вещь. Что значит оба? Нет, кто-то. Ну, возьмем несколько разных, да. У нас сегодня день таких экспериментов. Нет, так два нам не надо. Да, это правда. Два нам не надо. Хорошо. Увеличивается ассортимент, друзья, детского товара для Хэллоуина. Тут кто же это? Что за образы такие? Рыцари какие-то. Смотри. Специально картинку дают, чтобы понимать. Потому что на костюм глядя никогда не догадаешься. Так. Ну, а это кто? Я вижу, что девчачья. Но что это? Это бабочка, наверное, да, с крылышками. Картинка-то есть? О, вот она, вот, друзья. Вот такая, ё-моё, ё-моё. Ой-ой-ой, во что только девчонок не нарядят, да, господи. Они тоже здоровы. Любят наряжаться. Так, это какие-то русалочьи принадлежности, да? Чешуей. Так. Принцесски. Мне принцесски больше нравится. Как-то больше соответствует девушке. Постарше станут. Там уже, там, я не знаю, вместе с сестричкой можно нарядиться. Или там этой морячкой. Какой-нибудь матроской. Космонавт. Да. Спецназ какой-то, что это такое? Да. Господи. Это-то что? А! Понимаю, понимаю. Это из Харри Поттера. Так. Ну, это же что, это не позорище вообще? Ну и куда вот после такого костюма, куда с этим вот? Что будет? Следующий шаг в жизни какой? Когда вот в таком костюме ходишь.
Блин. Это ж хвостик, что ли? А где вперед они? Наверное, это зад. Да. А, вот тут есть. Вот они. Вот. Ну, слава богу, успокоили. Фух, облегчение. Вообще странно. С одной стороны, значит, товары к Хэллоуину, до которого еще там, считай, несколько месяцев. С другой стороны, вот, пожалуйста, плавочки. Как будто бы сейчас на Гавайи там собираемся или куда. Вот они такие цветастые. Еще какие-то вот такие красавчики. Не знаю. Ну, может, в бассейн. Я... Что, поразительно. Вот такое сочетание на месяц вперед. А, может быть, это уже на следующее лето они. На следующее лето? Тогда понятно. Вот красивые такие плавочки. Очень удобно, когда есть карман сзади на молнии. Знаете, там какое-то что-нибудь серьезное положить, чтобы не потерялось. Очень важно. Вот цвет. Замечательный цвет. Очень хороший. English Laundry. Это хорошая фирма, кстати. Да, $17. Значит, я не хочу машину. Да, друзья, на $240 мы тут насобачились. Реально собачьего здесь только $40. Все остальное человеческое. Самое прикольное, знаете, с одной стороны, ты ходишь и думаешь, хорошо в пятницу, когда народу нет. Знаете, так что вторая половина дня. С другой стороны, у них внимание обостряется, потому что делать нечего. И они приходят и говорят, а что это вы тут снимаете? У нас нельзя снимать. Света, ты можешь себе представить? Я всю жизнь тут снимал. Они мне говорят, у нас нельзя снимать. Я говорю, а я что, снимаю? Я в этот момент не снимал. Они говорят, нет, говорят, но кому-то показалось, что вы снимаете. Я говорю, ну, сори, я говорю, ему показалось. Я говорю, так у него проблема. Ну, что? Вот такие дела. Ты же еще наврал. Да, я что здесь наврал? Я же нет, я в этот момент реально ничего не снимал. Ну, я просто момент, стоял. Да. Он же не остановил меня, когда я снимал. А он подходит, когда я не снимаю, и говорит, это наш, да. И говорит, а что это вы тут снимаете? Я говорю, я. Так и где мы? Да никогда в жизни.